Ангославский областной онкологический центр привлекает зарубежные кадры для работы в современных условиях. В настоящее время продолжается поэтапный ввод объектов в эксплуатацию. По словам Нурлана Джариева, спектр специалистов центра расширится за счет новых кадров, в том числе кандидатов и докторов наук. До конца года здесь будут работать специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Сейчас у нас много планов на будущее, поэтому мы отправили несколько своих врачей на обучение в резидентуре. Нами уделяется особое внимание научно-образовательному направлению. Двое из закончивших обучение уже работают в нашем центре и проводят приемы для жителей области. Еще один из специалистов приедет из России и начнет работать с 1 ноября. В середине октября прибудут еще три врача, кандидаты и доктора медицинских наук, а также бригада специалистов Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. По словам Нурлана Джариева, сейчас в центре работает около 30 квалифицированных врачей. Центр частично принимает пациентов на химиотерапию и оказывает паллиативную помощь. Проводится монтаж линейного ускорителя последнего поколения для проведения современного метода лучевой терапии. Аппарат «Электа» производства Великобритании был доставлен в Ахтау в числе первого оборудования для центра. Ускоритель является современным методом лечения пациентов со злокачественным образованием всех локализаций. В числе аппаратов есть и новые операционные установки. Мы получили ИВЛ-аппарат и другое операционное медоборудование. В скором времени центр пополнится компьютерным и магниторезонансным томографами. На сегодняшний день на учете с онкологическими заболеваниями стоят более 400,5 жителей Мангыстауской области. На стационарном лечении прибывает от 60 до 100 пациентов ежедневно. Отметим, что сдача в эксплуатацию нового центра планируется на конец этого года. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание, борьба с депрессивными состояниями – это жизненная константа каждого человека, который хочет жить долго и оставаться здоровым. Эжен Сабиткоза, Рамзан Буркутов, служба новостей.